Привет всем! Сегодня у нас такой будет мини-стрим по киберпанку. Поиграем немножко. Пару часиков всего лишь. Так как времени особо нету, но мне очень захотелось поиграть, и я не выдержал и запустил стрим. Чувствую, конечно, себя не очень. Походу я приболел немного, но стараюсь как можно меньше издавать неприятные звуки. Давайте продолжим, короче, нашего всем привет, парня с дробовиком. Рада снова вас видеть. Скажите, вы знали, что авианосец Арасаки стоит в порту Найт-Сити? Ага, мы с Фанни от Шелин вернулись, и нам, короче, надо добраться до посмертия. Окей. Но перед этим давайте... О, у нас тут, короче, есть парочку таких дополнительных заданий, где можно заработать бабосики. Давайте. Немножко надо размяться. Смотрим, сколько тут. Ага. Малый. Ой, там еще этот есть. Ладно. Окей, давайте начнем. Что-то жирные они какие-то. Полицейский ходит себе. Теперь как уже ушли. Неплохо. Где вот еще был? Тут где-то был. Ладно. Давайте начнем с этого задания. Тоже бабосики себе, короче, подзаработаем. Наконец-то киберпанк можно поехать нормально, без лага, без всякого этого софта.
Что случилось? Скажи хоть, что с тобой случилось. Ты серьезно? Тебе историю болезни показать? Я просто хочу убедиться, что у тебя не киберпсихоз. Нет, это... обычный сбой импланта! Ясно! Теперь поможешь! Ладно. Супер! Ну что стоим-то? Давай в машину быстро! Нали? Те наслаждения, говорили они. Братан, помяни мое слово. Даже не думай ставить себе мистер Перчик. Я и не думал, но учту. Я это... благодарен, что ты не стал надо мной стебаться. Честно скажу, это был... Ты везунчик. Ой-ой. Отгони, сбивай их нахер! Расслабься, Чумба. Сейчас уже поедем. Это ты мне советуешь расслабиться? Ай, как горит! Как жжет-то, сука! Уймись. Делаю все, что в моих силах. Я так девчонке один раз и сказал. Она психанула. Господи! Блять! О, боже! А можно так не орать, пожалуйста? Да ты хоть знаешь, как это больно! Я как будто мясорубку выебал! Ну, что тебе сказать? Страдай молча. Что не убивает, делает сильнее, Чумба. Смешно обоссаться! Окей, мы... Потом заплачу! Позвоню тебе! Но... Больно! Да, бывают и такие случаи. Зря ты себе. О, давайте еще. По пути как раз. Ну, два заказа как раз возьмем этот. Надо ж прокачаться. Сохранимся. Давайте съедим что-то. Так, рюкзачок. Насыщение. Ну, в принципе, все. Дубина. Идентичная. Ничего. Ну, есть. Жить.
Ой-ой. А, блин. Думал, немножко задержка будет. Забодал ты за своим. Блять. Да, не хватает мне, короче, бега. Угу. Ладно, сейчас что-то придумаем. Рановато сюда, короче, идти. Надо что-то помочь немного. Ладно. А гребли, идем дальше. Ладно, идем. Поплыву. Угу. Так, куда мне тут надо? Мне надо аж до посмертия. Дочь какой-то этот. Может. Это моя тачка. Короче, надо какую-то пушку себе купить. Может, какой-то этот рецепт культового оружия, там дробовика. Можно было его вкачивать. Бля. Придется в объезд ехать. Бля. Какой-то персонаж неповоротливый, блин, ему не хватает подвижности. И чё? Разберемся, короче. Погнали. Пройдем небольшой сюжетный квест. Как раз, может, времени хватит. Thank you.
с вами приехали. Santísima, ma. Te vas a enterar. Yo también te quiero, ma. ¡Наконец-то, Холмс! Там сеньор Уэллс. Что нового у сеньора Уэллс? Да ничего. Беспокоится за меня. С утра до ночи. Она все время проверяет, не лежу ли я где-нибудь в отстойнике, как большинство Уэллсов. Это уже начинает утомлять. Чем больше я ей говорю, что все окей, тем больше чувствую, что вру. Но завтра это закончится. Нас ждет посмертие. Да. Надо же. Мы, считай, высшей лиги. Выше нее ничего нет, Чумба. И знаешь, что я тебе скажу? Мы это заслужили, Ману. Готов пить шампанское? Пошли! Здесь когда-то был морг. Прикинь? Да ты что? Что? Это я тебе об этом рассказал. Чё, правда? Давно, наверное, это было. Вы кто такие, детки? Мы друзья Декстера Дешона. Он ждет нас. Эй, Декс, да тут двое на входе. Говорят, они к тебе. Да? Ну ладно. Сказал, еще занят. Возьмите себе пока что-нибудь выпить. Мы и так собирались в Яхо. Вот оно! Просто мой лучший отпуск. Сердце Найт-Сити бьется прямо в этих стенах. Слышишь? Ты представляешь? Сьюзен Форест, Бо-Бо, садитесь, я сейчас подойду. Может, даже Морган Блэкхенд сидели на этих ступ... Все, наша очередь. Видишь эту бабулю? Это бестия. Лучший фиксер в Найт-Сити. А разве не Декс лучший? Бестия раздавала заказы, когда Декс еще пешком под стол ходил. Это ее клуб. Что будете? Ты заказывай. Две текилы Old Fashion с каплей сервеса и чили. То есть два Джонни и Сильверхенда. Точно, Чика. Кое-кто сделал всю домашку. А мою сожрала собака. У нас традиция. Называем напитки в честь завсегдатаев. А сколько лет по смерти? Полвека? Больше. Я точно не помню. Это, наверное, самый старый клуб в Найт-Сити. И самый уважаемый. Это тоже важно. Интересно, что нужно сделать, чтобы в твою честь назвали коктейль? Отдать концы. Так, чтобы весь город о тебе говорил. Желательно на задании. Херасия, какая красивая традиция. За Найт-Сити. И за посмертие! Смерть – небольшая плата за то, чтобы стать легендой. Сначала поживи как легенда. А смерть – это так, просто финальный аккорд. Кстати, меня зовут Джеки Уэллс. Хочешь, свой рецепт продиктую? Давай. 100 граммов водки со льдом, сок лайма, имбирное пиво и, главное, капельку любви. Окей, я запомню. Вы вроде как новая находка Декса. Выполняем его заказ. Мистер Дешон вас ждет. Ни пуха, ни пера. К черту. Откуда ты знаешь? Это часть моей работы. Идемте. Думаешь, откуда появляется репутация у наемников? Если о тебе не сплетничают, тебя никто не знает.
Ох и здорово ты, чувак. Качаешься? Ага. Я тоже. Боксирую. А ты что-то экзотическое практикуешь? Кэмпо? Ниндзюцу? Ага. А меня бы уложил? Как думаешь? Сюда. Это пинча типа. Да, Эксельсиор. Конечно, наличными, как всегда. Счастливо. А, вот и мистер Ви. Ну что? Наконец-то вся семья в сборе! Первая встреча в реале. А что с болтом? Ну-ка, давай заценим. Ну ладно. Чувствуйте себя как дома. Спасибо, что помогла с мусорщиками. Пары мясников меньше. Уже хорошо. Мэрия нас еще благодарить должна. Хорошая комнатка. Звукоизолированная. Джеки. Нет-нет, мистер Уэллс прав. Мы будем обсуждать деликатные темы. Но если вы не против, я сначала задам один вопрос мистеру Ви. Как твоя встреча с Эвелин Паркер? Хорошо, я бы сказал. Погулял по Кампеки Плаза, по местам, которые она засняла на брейн-данс. Да, Бак ввела меня в курс дела. Значит, ты знаешь, кто наша цель. Главный наследник Императора. Юринобу Арасака. Да, парень с фамилией на миллионы и без возможности ими владеть. Близкий друг Эвелин Паркер. Так вы просто познакомились или было что-то еще? Было кое-что еще. Паркер предложила мне сделку. Какую сделку? Она сказала, что мы можем обойтись без тебя и поделить кассу пополам. Что? Обойтись без посредника? Вот дает деваха. С клиентами всегда одно и то же. Спасибо, что рассказал мне об этом. Доверие мистер Ви – дело такое. Без него не бывает долгого и плодотворного сотрудничества. Я думал, ты будешь беситься как черт. Я слишком долго живу в Найт-Сити, чтобы нервничать каждый раз, когда меня хотят кинуть. Паркер такая не первая и уж наверняка не последняя. Одной благодарности будет мало, учитывая, сколько предложила Эвелин. Ви все как есть, говорит Декс. Можете не волноваться, мы к этому еще вернемся. Может, перейдем к делу? Ты придумал план, Декс? Да. Ладно, давай посмотрим. Мы с Дексом уже подготовили всю операцию. Сложность будет ниже некуда. Неважно, мне нужны подробности. Деламейн высаживает вас у главного входа в Кампеки Плаза. Входите по фальшивым удостоверениям. Бак помогает вам взломать внутреннюю сеть отеля. Вернее, я и Болт. И, наконец, вы проникаете в пентхаус Еринобу и забираете биочип. И все это по-тихому, с минимальными жертвами. А лучше вообще без них. Тибак будет на связи на всякий случай. А теперь ваши вопросы. Мы едем Деламейном? Это же лучшее такси в Найт-Сити. Надо мать. Дэшон всегда работает только с лучшими. Деламейн никогда не подводит. Кому нужны мерзкие таксисты, если безупречный скин может с комфортом довести тебя из пункта А в пункт Б? И кто б знал, как он каждый год обновляет лицензию? Если все пойдет по плану, Деламейн привезет вас сюда. Если возникнут проблемы, он поедет на явку. Это куда? В мотель Ноутел. Тихое место, вопросов не задают. Там придумаем новый план, но я уверен, что это не понадобится.
Еще вопросы? Расскажи о фальшивых документах. Какая у нас история? Привет, Рамон Викторина. А ты Хьюго Конуэлл. Рамон? Допустим. И какая у нас легенда? Вы продавцы оружия. У вас переговоры с Арасакой. Если спросят, вы встречаетесь с представителем их оборонного отдела Хаджиме Таки. Еще вопросы? Как нам попасть в пентхаус? У Йоринобу почти нет охраны. Сложность только в системе безопасности. Чтобы ее отключить, нужно устранить резидента Кампеки. Это элитный раннер, который мониторит сеть отелей круглые сутки. Проблема в том, что комнату резидента можно открыть только изнутри. Погоди, как же мы попадем в комнату, в которую нельзя попасть? Поверь, какая бы проблема у нас ни возникла, Тибак найдет для нее решение. Тут как раз в игру вступает Болт. Вам надо запустить его в вентиляцию, провести куда нужно и заставить резидента немного отдохнуть. Болта придется оставить с ним. Зато я смогу расстелить перед вами ковровую дорожку прямо в пентхаус. Еще вопросы? Я узнал все, что хотел. Вот и славно. У меня вопрос. Когда обсудим то, ради чего мы это затеяли? Давайте обсудим сейчас. Новички всегда получают у меня 30%, но я готов сделать исключение. За твою честность, Ви, я выделю вам целых 40%. Вот это уже получше. Так-то, детка. И последнее. В Кампеке нельзя проносить оружие. Вас не пустят через рамки. Стволы придется оставить в тачке, а болт упаковать в чемодан. Я достала вам нормальный шмот. Переоденьтесь. Чидо! Спасибо. Не хочу торопить события, но когда ждать Эдди? Все зависит от мисс Паркер, но думаю, через неделю. Максимум две. А нам что делать эти две недели? Питаться воздухом? Сидеть тихо и не высовываться. Арасака будет настороже. Один чувак сказал, что жизнь есть пир. Глупо уходить голодным, но глупо и нажраться. Карета ждет снаружи. Я тоже сваливаю. Надо подготовиться, пока есть время до операции. Если остались вопросы, задавайте сейчас. Вроде нет вопросов. Ну, за работу. Ну так что, ты готов ехать? Да. Поехали. Чего ждать-то? Как чего? Богатство. Вас приветствует сервис Деламейн. Оставьте все проблемы за дверью нашего такси. Ёб твою мать. Очень на это надеюсь, Чумба. Не вижу повода употреблять ненормативную лексику. Да? А помнишь, как я хотел тебя нанять на мальчишник моего двоюродного брата? К сожалению, мы не принимаем такие заказы. Я 3 месяца бабки собирал. Ладно, проехали. Заводи мотор, Дэл. Перед началом поездки необходима идентификация личности пассажиров. Пожалуйста, подключитесь через личный порт. Спасибо. Активирован пакет Excelsior. Excelsior? Дело набирает обороты. Excelsior? Это пакет услуг, разработанный для наших премиум клиентов. Ага, лучшее качество за ваши деньги. Смотри. Деламейн, давай боевой режим. Прошу прощения, но в данный момент вашей жизни ничто не угрожает. Ха. Ну ладно. Но вообще он хоть армию Арасаки может выкосить, если понадобится. Декс прямо расщедрился. Еще и целых 40% нам отвалил благодаря тебе. Обращайтесь. Excelsior. Вот теперь я чувствую, что въезжаю в высшую лигу. Не радуйся раньше времени. Мы в нее пока еще не въехали. Не знаю, Джек. Мне кажется, ты начинаешь терять свою стальную хватку. А мне кажется, что тебе внезапно захотелось до меня доебаться.
Просто перестань фантазировать и сосредоточься. Нам еще работать. Да я никогда в жизни не был таким сосредоточенным, блядь. Я скажу, почему я так себя веду. Вся моя ебаная жизнь прошла на дне, Ви. И я туда не вернусь. Привет, как дела? Ведем дружеские беседы. Мы уже скоро будем в отеле. Я установила прямое соединение, чтобы вести вас через Кампеки. Ви, позвони Джеку, проверим синхронизацию, на всякий случай. Ну? Шум какой-то. Скажи что-нибудь, Бак. Величайшие преступления совершают, стремясь к избытку, а не к предметам первой необходимости. Чего-чего? Это Аристотель. Связь, похоже, в норме. С тобой, да. С твоим греческим другом не очень. Но мысль интересная. Поразмышляй об этом. Он херни не скажет. Ты как слышишь, Ви? Слышу тебя нормально. Супер. Ну что, похоже, все работает. Сэрами Хоркиси. Я на связи. Спасибо, что выбрали сервис Деламейн. Желаю удачи. Я буду ждать вашего возвращения. Сколько ж я этого ждал? А с оружием туда нельзя. Ну что, Хьюго, вперед? Погоди, я возьму болта. Да. Идем-ка. Бак, мы приехали. Еще раз. Бронь на твое имя. Рамон. Добро пожаловать в Кампеки Плаза. Который представляет оборонный отдел. Не волнуйся, я помню. Добро пожаловать в Кампеки Плаза. Пожалуйста, проходите по одному. Без проблем, брат. Сэр. Простите, небольшая проблема. Вы можете объяснить, зачем вы принесли военную технику на территорию Кампеки Плаза? Мы торгуем оружием. Простите? Вы Ктаки-сан, правильно? Прошу простить за недоразумение. Ага. Пожалуйста, дождитесь конца сканирования. Прошу. Йокосо, здравствуйте и добро пожаловать в Кампеки Плаза. Мы хотели бы зарегистрироваться. Разумеется. Минутку. Номер забронирован на имя... Викторино. Комната с двуспальной кроватью на одну ночь, верно? Именно так. Замечательно. Позвольте, я уведомлю Таки-сан, что вы приехали. Это херово. Это не по плану. Быстро, Ви, отвлеки ее. Не надо, не беспокойтесь. Мы немного придем в себя и сами его уведомим. Извините, Таки-сан вас ждет? Я правильно понимаю? Сеньорита, знаете, сколько нам пришлось лететь? 18 часов из Новой Барселоны. Плюс задержка у Метаки из-за того, что какой-то киберпсих взорвал себя у терминала. Да, просто кошмар. Конечно, я понимаю. Ваш номер, Лазурь, расположен на 42-м этаже. О, и еще одна маленькая формальность. Активируйте чип-идентификатор. Уступаю тебе, Хьюго. Все в порядке. Желаю вам приятного пребывания в нашем отеле. Спасибо. Идем быстрее. Какая еще новая Барселона? Такая. Я мастер импровизации. Что скажешь, Хьюго? Mm? Уютный отельчик. Не то что клоповник, куда нас поселили в Цюрихе.
Ты выглядишь как идиот, хватит. Что не так-то? Я играю свою роль. Самую дорогую модель в мире. Никого я не буду. Я ее боюсь. Прямо с подъездом. Ой, как все сейчас начнется. Уже предвкушаю. Они ничего не знают. Неплохой у них тут бар. Добро пожаловать в Кампеки Плаза. В будние дни заказа столов нет. О. Можете выбрать любой свободный столик. Или можете сесть у стойки, если хотите. Надо будет привезти сюда мести, когда мы завершим сделку. Погнали уже. Приведешь. Пошли, найдем наш номер. Давай уже, шевели булками, погнали. Ну что, нормальная маскировка? Как я выгляжу? Как будто надели костюм на собаку. А ты-то, Ви, думаешь лучше? Да, по скрытности будет тяжело проходить, потому что у меня скрытность не вкачана. Будем с боем пробиваться. По крайней мере, насчет Кантау. Зая, ты же помнишь, как мы тестировали эту технику на наших? Ну что, мы пришли! Мы в комнате. Мне нравится. Хороший выбор, Бак. Даже жалко, что нам сейчас уходить. Я не для тебя ее выбирала. Отсюда ближе к резиденту и серверам. Си-си, мекуэрдо. Запускайте болта и ищите вход в вентиляцию. Должно быть просто. Простота требует большого мастерства. А это кто? Марк Аврелий? Аристотель? О нет, на сей раз это я. А где вентиляция? Запусти сканер и посмотри. Вот она. Супер. Джеки, болт готов? Готов. Да. Крутая штука, жалко, что только один раз можно пользоваться ей. Система исправна, заряд 100%. Мерда! Застрял, гаденыш. Будете стоять и смотреть? Переключитесь на ручное управление. Ви, возьми у Джеки контрольный чип. Подключи Кироши к системе наблюдения, чтобы вести бота. Окей. На. Поехали. Переключаю тебя на вид с камеры. Если закружится голова, не пугайся. Все, картинка есть. Нельзя просто взять и выкинуть. Веди его к другой шахте. Из домов, из офисов. Арасака выплатит компенсацию за досрочное прекращение каждого контракта. Деньги тут ни при чем. Скоро же выборы. Как это повлияет на мой имидж? Люди подумают, что я не контролирую Уотсон, мой родной район. Неделя. Это все, что мы можем вам обещать. Мы постараемся. Это все, что я могу вам обещать. Так, болт вошел. Переключаю тебя на новую камеру. А как ты поняла, что это для тебя? Бак, там есть проблема. Для милой уборки. Что а еще? А внутри еще. Простите, что прибавил работы. Тут уборщица стоит. Крайне надо ее отвлечь. Ну, хотя бы давай часть посмотрим, того, что там в сети. Блин. Сейчас гляну. А что попадалось? Это полиотины и гандуны. У террариума панель управления. В этом мире. Вряд ли пригодится. В террариуме есть контроллер температуры и воздуха. Кто? Да, то, что надо. Но высылай туда болта. Красивый, богатый. Смотрит всегда так игриво. Пентхаус живет. Юринобу Арасака? Такие, как он, всегда свободны. Костюм-то у него крутой, но в душе он путешественник. В смысле, по бабам ходить любит. Я бы согласилась с ним спать.
Даже если бы он об меня ноги вытирал. Ты лучше степ... Кэт, там что-то с террариумом. Бак, сработало. Я еще не так могу. Да ты знаешь, сколько эти твари стоят? Вперед. Спасибо, потом скажешь. Так, идея. Сюда. И шо? Хорошо. Давай дальше. Окей. Резидент сидит прямо за дверью. Пускай болт откроет замок. Что-то у него не выходит. Черт. Должен быть другой вход. Погоди. За дверью есть еще камера, но она выключена. Мне ее включить? Да, поищи, где точка доступа к системе. Так, болт в системе. Теперь переключись на другую камеру. Вижу резидента. Все по плану. Странно, что у них тут всего один раннер. Хороший резидент заменяет 10 посредственных. О. Отправлю болта, чтобы он его вырубил. Хорошая мысль. Сейчас я тебе отправлю демона. Только не забудь, что болта надо подключать напрямую к креслу. Я вообще-то не первый год работаю. Да что ты. Все послало, твой выход. Только сначала нужно запустить туда болта. Похоже, шахта идет через обе комнаты. Сейчас посмотрим. Теперь переключись на другую камеру. Кажется, я нашел проход. Отправь туда болта, а потом переключись на другую камеру. Ну? Давай, вылазь уже. Ви, подключай болта к креслу. Остается тут? Будет смотреть за резидентом. Кажу в основную сеть Кампеки. Можешь выйти из системы. Ну ты как? Ничего, голова кружится просто. Бак, сколько у тебя это займет? Бак, ты здесь? Да, да, я здесь. Короче, слушайте, лед толще, чем я ожидала. Пробивать придется пару часов. Пару часов? А быстрее никак нельзя? Хочешь, чтобы у меня мозг расплавился? Сиди, наслаждайся своим шикарным номером. Спасибо, так и сделаю. Ви, у нас передышка. Отдохни пока. Давай, сделай вдох-выдох. Как думаешь, почему он отказался? А кто от чего отказался? Яринобу Арасака. От хорошей жизни. Это давно было, конечно. Просто подумалось. Как вообще так? У тебя все есть. Деньги, образование. Твой папа может щелкнуть пальцами и полмира превратиться в ядерную пустыню. И ты такой типа, да ну нахер. И все это бросаешь. Чтобы собрать банду. Стальные драконы, блин. Ты посылаешь семью... Одеваешься в кожу и пару лет играешь в крестного отца. Зачем? Да кого ебет? Почему мы разговариваем про богатых уродов и их прихоти? Ты это представь. Я Юринобу Арасака. Кто хочет ко мне в банду? Этого позера, наверное, сразу послали.
И название-то какое? Стальные драконы? Сборище мамкиных гангстеров, блять. Сначала мальчику надоело быть богатым, потом быть бандитом. Турист несчастный. Помяни черта, он только что зашел в отель. И мы снова в игре. Сигналка в пентхаусе отключена. Перфекто! Шоу начинается. Ну что, готовы? Эй, Бак, погнали. А ты это? Че, все время была на связи? 3,5 часа. Слушай, насчет твоебонов. Чьих твоебонов? Прости, я не так выразился. Знаю. Ну, заслужи мое прощение. Ну, пока все идет гладко, да? Да? Чувак, да ты просто оптимист. Да? А тебе что ни скажи, ты во всем видишь только негатив. Говорю тебе, самое трудное позади. Чего вы все притихли-то? Тогда это... анекдот хотите? Что? Ты серьезно? Да ладно. Вот, слушайте. Что говорят киберсвиньи? Они говорят хром-хром. Смешно, да? Боже правый. Ага. Неплохо быть наследником самого императора. Уж всяко лучше, блядь, чем сыном Рауля Уэллса. Ребята, внимание! Сейф! Только быстро! Йоринобу куда-то исчез. Что, растворился в воздухе? Он в какой-то мертвой зоне. Сейчас я его найду. А вы давайте работайте. Йоринобу оставил нам прощальный подарок. Не фонтан, конечно, но сойдет. Ты смотри-ка, выдвигай... Что дальше? Подключайся по личному, и я посмотрю. Ясно. Теперь ты, Бак. Да, сейчас. Ёбушки-воробушки. Кто-то летит. Бак! Не знаю, кто это, но на ноги подняли весь персонал. Человек 200, не меньше. Не нравится мне это. Ты долго еще идти? Черт, Йоринобу идет в пентхаус. Нахуй его! Открывай сейф! Почти готово. Есть! Круто! Дай-ка я посмотрю. Чип в порядке? Целостность биочипа 100%. Думаю, да. Все, уходим. Йоринобу сейчас войдет. Прячьтесь. Где? Большая колонна, туда. Да ты, блядь, шутишь? Нет, полезайте в нее. Мы успели. Проблему это не решило, Ти. Я в курсе, что проблема не решилась. Дайте мне подумать. Импосибли. Это что, Адам Смешер? Охранник. Хуже. Легенда Найт-Сити. И репутация у него так себе. Что делаем? Ждем. Они уже здесь? Идут к вам с посадочной площадки. О ком они, блядь, говорят? Бак, кого там несет? О, нет. Только не это. Не может быть. Сабура Арасака? Император? Еще одна ебучая легенда. Тише. Вряд ли тут есть звукоизоляция. Мерда. Тихо. Азуштюжи. Арасака-сама. Мада бодя чеку гао ватеймасен. Ватаси но муску да. Рей но моно кайшу шимашо ка. Ватаси га яру. Итте кури.
пронесло. Не говори. Если бы он нас увидел... Он не увидел. Помолчи, окей? Просто охуеть не встать. Сабура Арасака. Атасина кизуканай то демо умотта но ка? Сомо-сомо оре но кото о кини шита кото нанка най даро. Анта но мондай тен ва соко да. Сека ва дзивен чушин ни маобатте ру то омотте ру. Гома да ё. Йоринобу. Доште коко е? Джики-джики ни оре ни кутучоку ажи авасе. Тачиба омои ширасе ру таме ка? Дэру куя утарэру то ёк ю дару. Началась дорама. Зибун но котоба джанани мо енай но ка? Кисама косо зибун га нани о сио то шита ка вакатте иру но ка? Ватаси тачи но косеки о ябан джин ни ватасу надо. Ватаси тачи но мирай о. Оре тачи но мирай. Оре тачи. Нанко но мачигай даро. Анта ва дзибун но кото шика кангаете най. Соште коно кайша но кото шика. Ицка коно йона хи га куру кото ва вакатте ита. Кисама ва цуи ни коете ва наранай иссен го коета но да. Коре маде омае но гукоу ни ва ме у цубутте кита. Да га соре мо коко маде да. Коно урагири даке ва геште юрузен. Кисама но хахаоя га икте инакте йокатта. Нусуко но фугай най сугата о мано атари ни ште кокоро о итамезу ни сунда но дакара на. Иван но цэ. Коре де мо даре но кото мо юрузи цэйо ва най. Сабуру Арасаку. Блокировка подтверждена. Внимание! В камбэке Плаза объявлен красный уровень опасности. Просим не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. Нану саваги дес. Дарекага. Дарекага чтни до комотта. Доку? Зода. Юринобу-сан, шикаши. Такемура, омай но ошикото ва нанда? Нану ханаши. アラサケ家の課長を守ることです。今後はもっとしっかり責任の果たしを望んでいるぞ。お許しください、アラサケ様。決して失望はさせません。 Вытаскивай нас отсюда! Быстро! Секунду. Нет у нас секунды! Сука! Да, есть кое-что. Сабура, мать его, Арасаку убили. Я давно так не охуевал. Открываю. Там есть лестница.
лестница. О, нет. Нет, 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 вашу мать! Меня нашли! Бак! Диус Санто Бендито! Ты больше нет! Блять! Высшая лига, да? Доволен, Джеки? Все нормально, Джеки. Просто не смотри вниз. Бля, как высоко-то. Бля, это травма? Если они за собора, то уже поздновато. Надеюсь, нас они не видели. Секреты будут приемы лица. А, еще бы немного. Его пробили. Мадрес. Это херово. Джеки, ты ранен. Забей пока на меня. Проверь чип. Разгерметизация. Целостность чипа 94%. Он разрушается. Караху. Звони, Паркер! Быстро! Чтобы рассказать про наш проеб? Звони давай! Ви, камбэки по всем каналам. Что там у вас творится? Есть проблема. Криокейс поврежден. Целостность чипа... Джеки! 86! 86% и падает! Черт! Так, слушай внимательно. Вы можете сделать только одно. Кому-то из вас надо вставить чип в нейроразъем. Ты понимаешь, что говоришь? Чип нельзя изолировать. Он должен находиться в безопасной среде. Но раз нет другого выхода... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Джеки, ты как? Не знаю. Вроде бы ничего не поменялось. Когда вернетесь, мы вынем чип, просканируем и очистим мозг. Но сначала вы должны выбраться оттуда. Мы работаем над этим. Дэл, мы будем через пару минут. Приготовься. Ясно? Разумеется, мистер Уэллс. Смотри у меня, бля. Нам надо как-то дойти до фойе, оттуда спуститься на парковку. И лучше побыстрее. О, Россия. Класс. Теперь уходим отсюда. Экс. Давайте прокачаемся. Так. Давайте перезаряжаться во время бега. Это очень важно. Угу. Вот. Можем максимализировать. У нас по технике. Надо 9, да, чтобы... Угу. При обезвреживании врага медикаменты и гранаты мгновенно восстанавливаются на 5%. Ладно, а тут что у нас? Скорость восполнения памяти повышается. Всё. Ладно, короче, жахнем в ХП пока что. И стоп, у нас тут еще есть снаряга. Это мой пистолет Конго. Позволяет использовать технологию рикошета. Не обладая необходимыми имплантами, обладает небольшим магазином, но компенсирует это повышенной скорострельностью и уменьшенной отдачей. Ну, вроде неплохой.
У нас больше такого. Иннехан культовая. Наносит дополнительный урон в ближнем бою. Так, вызывает кровотечение при попадании. Если у врага уже открылось кровотечение при ударе, Сатори Нехан при ударе... Ага, Сатори. Нехан заменяет его на кровопотери. Кровопотеря наносит урон врагу и восстанавливает ваше здоровье. Прикольно. Возьмем, пусть будет. Понятно, понятно. А тут уже не поменяешь, ладно. Ну что, погнали. Будем что думать. Внимание. Сохранимся. База объявлен красной уровень опасности. Чисто. Просим не покидать. Не высовывайся! Спустимся вниз. Зачем сюда прислали спецназа Росатки? Они в фойе. Скоро начнут прочесывать этажи. А не, это чисто это глушительный пистолет, да? Давай. Внимание! Камбэки Плаза объявлен красный. 70% настоящего мяса с кровью. Вот кто еще? Давайте повскрываем. Так, БД и 9, 10. Прокачался. О, подожди. Бляха-муха. Подожди-ка. Это тоже есть, да? Глушитель. Вау. А тут не пройти, да? Склероз – это одно из немногих заболеваний, которые нельзя вылечить. Идем! Комнаты Зен. Проверишь? Ой-ой-ой. Да, все чисто. Ничего странного. Подозрительного. Дверь на балкон вроде как. Значит, проверьте еще раз. Внимание! В камбэке Плаза объявлен красный уровень опасности. Просим не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. Я ниндзя. Так, будем делать, короче, по мере возможности. Получится, не получится. Сюда.
Что нам еще тут дропнули? Ага, такое. Так, ну да, ну это. Я поменяю эту. Могу снять? Менял. Да, поставим этот. Все. Бонд. Джеймс Бонд. Сохранимся тоже. Да, тут двое. Первая идея. Буду двигаться, не? Короче, тащил его. Надо было его коцнуть. Ладно, коцнем его и, короче, заберем тело и уходим. Все-таки вырываются паскуды. Ладно. Фу. Дальше просто будет еще хуже. Надо как можно дольше в стелсе находиться. Это было опасно, реально. А, Copperhead. Ну не. Сигура. Белого не барань. Думаю, это получше будет. Ну, посмотрим, короче. Теперь чисто. Сохранимся. Вот такой у нас стелс. Вот же уроды. Так, они вдвоем туда идут. Внимание! Камбэки Плаза объявлен красный уровень опасности. Просто не покидайте.
не заденет. Ну, давай. Джеки, бляха, ты куда пошел? О боже, вот это стелс. Просим не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. Я разберусь. Бухлишко возьмем. Вот так немножко. Я даже не знаю. Вместо этого пистолета, блин, надо дробовик поставить, потому что... Я ж поднимал дробовик. Ладно. Уже был дробовик, алё. Пропал. Оп. Сохранимся. Внимание! В камбэке Плаза объявлен красный уровень опасности. Просим не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. Ниндзя. Блин, ну мне реально бы дробовик бы помог. Я знаю, что сейчас в такую жопу попаду. Так, на ту сторону смотрит, там еще два. Здесь последний рывок, танец пуль.
Ну вот эта скорость восстановления здоровья повышается на 1% за каждый потерянный процент запаса здоровья. Хорошая штука. Идем. Что это было? Просим не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. BD1C BD CO. Нам так, BD 55 BD. 100 монет маловато, а компоненты какие-то. Ой, иди сюда, иди. Прячься быстро. Блядь. Не дергайся, а то нас увидят. Внимание! В камбэке Плаза объявлен красный уровень опасности. Просим не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. Ух ты, ёханый бабай. Ой-ой. Тише. Ярость! Давайте я все-таки хочу попробовать их снять. Главное, что тот не отреагировал, короче, на телек. Он не подошел к телеку. Ладно.
Слишком поторопился. Надо было, чтобы они зашли. Окей. Вот. Враги смотрят. Да, не торопись, Ви. Враги смотрят. Есть кто-нибудь? Охрана, откройте! Заражение. Коммутация. Отлично. Внимание! В камбэке Плаза объявлен красный уровень опасности. Просим не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. Так, нам сюда. Где там что-то есть? Ниндзя! Доложите обстановку. Осматриваем этажи по одному. Пока ничего. Осматривайте. Заблокируйте лифт на всякий случай. Продолжайте искать. Да что ж такое? Надо его снять. Сюда. Пошел туда дальше. Еще один запрос сделаем.
тогда отвлечу. Как это делается? У нас тут есть там камера, да? Хорошо. Что-то тут не то. Очень странно. Угрозы нет. Херовое дело. Ладно, похер. Выходи, вот этот трус. Не дергайся, а то нас увидят. Конечно. На тебе, паскуда. Ну ладно. Ну что, погнали.
Тут, конечно, будет. Что? Сабура Арасака. 150 лет жил. А сегодня... Именно сегодня... Финита, бля, комедия. Береги силы, Джеки. Ну, так я их и берегу. Ты не грусти, Ви. Мы выберемся. Скажи это, Дебаг. Может, она была бы жива, если бы мы не строили из себя крутых. Слышь, не срывайся на меня. Я же вижу, как оно все... Да. Да, Джеки, паркур, блин, там. Какого черта? Выходи, не бойся. Мы тебя не тронем. Ничего не нашел. БД один, так. БД один, да, блин. Локальная сеть. Выключить. Да что у нас тут? Системное наблюдение. Выходи с поднятыми руками! Да, камеры отключили. Бляха, тут такое место опасное. Смотри, этот не отвлекается ни хера. Ну и как мне, по-твоему? Надо думать. Ви, тебя увидят. И все они в нашу сторону смотрят, да? У них там за... Устойчивость только разве что. Меня ж тут съедят нахрен. Так, а я смогу? Подожди. Есть одна идейка. Запрос и загрузка оптики. Мы возьмем, короче, вот приманка. Тише.
давай ты, водись. Есть подозрительно. Не досягаемость. Идет? Идет. Эй, алло! Ты где там? Иди сюда, я дорогой. Жду. Не торопись, Ви. Враги смотрят. Да? Ну ладно. А что? А нет. Ну, вылезла! Целься, а потом уже стреляй! Бля, она покинула. Отвлеки их быстрее! А ну-ка.
вперед, отъезжай. Бэмс. Ну такое, конечно. Есть туда. Ага, хорошо. Все, бляха, заберу. Газа нет. Обидно. Пойдемте робота паука. И это все? Алло, что так мало? Я знаю, что, например, раньше, короче, при первом прохождении, когда только вышло, то с этого робота там такие плохие компоненты дропались. Ну, а тут еще дополнительно боя было противников. Почти вышли. Кажется, они нас не ждут. Ну, заходи. Ну что, погнали. Тут ткани. Да, подожди. Нет припасов для гранат. Ай-яй-яй. Угу. Можно уже убрать. Только мешает. Лучше будет, да? На дальность больше. Так, ну что, пусть будет Copperhead. И что у нас тут? Больше нихера. Взялся этот лифт. Блин, тут надо. Хороший вопрос. Я не знаю. Советую вам обоим немедленно сесть. Ты открываешь войну целой корпорации! Деламейн, газуй! С возвращением, оставьте все проблемы. Кто-то еще успел поднять. Проблемы будут, если ты не увезешь нас нахуй! Неплохо! Отзыв клиента учтем. Как дела у машины? Отлично, но, к сожалению, за нами погоня. Ёбаный насрал! Головы! Сохраняйте спокойствие. Ч?
Чего? Я разберусь. Никак эти говноеды не уймутся. Замыкай. Ты молодчина, Дэл. Заказ выполнен, у нас получилось, Джек! Чай быстрей! Я делаю, что могу. Потерпи еще немного, Джеки, слышишь? Хорошо. Советую поддерживать мистера Уэллса в сознании. Теперь мы будем брать только самые жирные заказы. Слышишь, Джек? Да, ты разбогатеешь, Михо. Я знаю. Нет, Джеки. Мы разбогатеем, я тебе обещаю, слышишь? Эксельсиор гарантирует бесплатную доставку останков по выбранному адресу. Мне нужен лишь пункт назначения. Так. Отправь его домой к семье. Я думаю, он хотел бы быть со своей семьей. Ближайшим родственником мистера Уэллса является Гвадалупа Алехандро Уэллс, владелица бара «Эль Койота Коко». Я доставлю его тело в целости. Мистер Дешон ожидает вас в номере 204. До встречи, высшей лиги, Джеки. То, что они умеют делать сюжет. Офигенно. Прописали их, ну, персонаж классно прописан. Крутяк. Где мой дробовик? Стыдно.
Честно, слов нету. Ну реально, Джеки как персонаж хорошо продуман. Мне нравится, типа, ну, даже скучаю, блин, обидно, что он, типа, умер. Но что поделать? Ничего с этим не сделаешь. Пусти. Тебя ждут. WNS, 54-й канал. Пираты. О вашем проебе говорят все. А где Джекстер? Остался в машине? Да, он там. Он мертв. Соболезную, друг. А где чип? Не смогли украсть. Хоть одна хорошая новость. Хорошая? Сабура Арасака мертв. Ты понимаешь вообще, во что вы меня втянули? Вы завалили его величество, императора. Все, кто как-то с этим связан, подписали себе смертный приговор. Из-за тебя мы вляпались в это говно! Как ты нас готовил к операции? Ты не знал, что Сабура Арасака будет в отеле? Я не мог прийти к нему и заглянуть в его ебучий ежедневник. И вообще вас никто не просил его убивать. Это были не мы. Да ну, так и скажи Арасаке, когда за тобой придут. Ладно, спокойно. Надо продумать следующий ход. Новое место, новая личность, но сперва тебе надо что-то сделать с лицом. Ванная вон там. Приведи себя в порядок. Я не хочу рисковать, Ви. Помнишь наш первый разговор? Все тебе пизда! Я все-таки выбираю тихую, спокойную жизнь. Обойдусь без лучей славы. Тихо, успокойся. Опять обдолбанный. Сегодня я... Я пришел, чтобы с вами попрощаться.
Деньги — это деньги. С ними, блядь, не шутят. Слушай. На что ты тратишь жизнь? Бегаешь за нами, как шавка. Эй, с тобой все нормально. Отлично, тогда поговорим. Сколько ты за это хочешь? А? Да, мне надо сегодня. Джонни, подожди! Не надо этого. Ты же ничего не добьешься. Иди сюда. Да хрен с ней с группой, Кер. Забей на все. Сделай сольный проект. Мудачок ты, мудачок. Знаешь, как мне будет тебя не хватать? Да ладно. Увидимся в следующей жизни. Ты опоздал. Обожаю, когда ты бесишься. Моя южная кровь сразу кипит. Залезай, пока я не передумал. Юрхен. Привет, шайтан! Поднимаемся! На, надень! И не снимай, понятно? Сука, пиздец. Беспорядки. Это наша работа. Это план Джонни. Уэйланд отвлекает внимание Арасаки от башни. А то, что по гражданским стреляют, тоже часть плана? У нас тут не слёт пацифистов, Том. Не нравятся твои проблемы. Отдаем на волю гравитации. Взрыв разрушает фундамент, башня валится. Хаос, вопли, рок-н-ролл. Времени на отход будет мало. Подключайся. Едят ли кошки мошек? Едят ли кошки мошек? Едят ли мошки кошек? Мёртвый, ты достала уже? Хватит шариться в базах. Передай на всех частотах объявление об эвакуации. И пошли. Времени нет. Боже, кто вписал этот манифест? Угадай с трех раз, блин. Джонни, ты оторвался от реальности. И это тебе говорит Нетранер. Вперед! Приготовиться!
Вот это я, Дамьен! Солдат убит! Так, отстрелять. Слушай, это было круто! Изи. Джонни, груз. Как там называлась бомба? Бушидо 2. Качай! Нам надо сваливать! Демолитрон! Ну, погнали! К вам идет спецназ! Бегите! Уже из лифта! Стреляй по кабелям! Ага. Закрывайте двигатели, мы возвращаемся! Так, это еще не все. Надо скормить это их под сети. Сука, ну конечно! Ты срать хотел на корпоративный колониализм. Это все ради твоей ебучей фанатки. Прости, бестия, тебе не понять. У тебя 4 минуты. Ни секунды дольше. Мы тебя ждать не будем. Так, я взломала дверь. К тебе идет еще отряд. Обожаю тебя. Да все меня обожают. Сука! Где ты, а? Я рядом с точкой доступа. Подключайся. Не, ну пистолет жесткий вообще. Классный ледокол. Импортный. Интересно, кто бы теперь мог изменить протокол под сети? Очень интересно. Ты помочь можешь? Могут ли пауки ловить мух? Есть паутина? Без вопросов. Спасибо, Мёрфи. Сейчас, на всякий случай. Мать моя, кибер-женщина. Мы в телевизоре. Известная террористическая организация выпустила манифест, в котором пригрозила разрушить Арасака Тауэр. Здание срочно эвакуируют. Террористы заявили, что хотят, цитирую, свалить памятник корпоративному колониализму. Конец цитаты. В ответ мэр Найт-Сити Мболи Эбуники выступил с заявлением о том, что любые акты террора на территории города будут караться по всей строгости. Мы попробуем узнать подробности у нашего корреспондента, который наблюдает за развитием событий у Арасака Тауэр. Все готово. Теперь уходи. Они поднимаются. Беги на крышу. Черт, это Адам Смешер. Двери заперты, но долго не выдержат. Беги, Джонни, вали оттуда. Смешер. А я говорил, малыш. Говорил, что я тебя однажды прикончу. Скуда. Хай, мада икити имас. Вакаримашта, мукаимас. Попробуем еще раз. Кем были твои сообщники?
Как вы добыли взрывчатые вещества? А чё это добрый полицейский до сих пор молчит? Давай, поболтай со мной. Какой террористической организации вы принадлежите? Как вы добыли взрывчатые вещества? Синтезировал на кухне. Кажется, шеф недоволен вашей работой. Отцы. Смотри-ка, у меня получилось. В этой башне погиб мой муж. Но бывает участь страшнее смерти. Я не хотел, чтобы он погиб. Назы коную на коту. Зачем ты это сделал? Чтобы положить конец вашему безумию. Что ва усоцки, дивун дисин го азамук. Дага ша ва чига. Ша ва юбен дага, карера ва кеште усо ва цуканай. Сиша но котоба нига. Хацимеро. А ты... ты кто такой? Кто такой? Кто такой? Ну да, лаги еще есть, сидите. Дойдем, короче, до контрольной точки и будем заканчивать. Он тяжелее, чем кажется. Слушай, брат, я сделал, как ты хотел. Давай мы с тобой поговорим. Вот и поговорили. Хм.
Арасака-сама, お父様の殺害犯を見つけました。この男で間違いありません。はい。1時間後には着くかと。 блядь! Тихо. На. Слышишь меня? Мне нужна помощь. Сейчас мы посадим на кука. Скриптована была. Только не теряй сознание еще раз. Не закрывай глаза. Нам обоим нужна медицинская помощь. Есть триперы, которым ты доверяешь? Я знаю кое-кого. Мы должны ехать к риперу. Быстро. Виктор. Надо ехать к Виктору. Сами не доберемся. Надо, чтобы нас туда отвезли. Позвони кому-нибудь. Ладно, ладно. Здравствуйте. В данный момент вы находитесь вне зоны оказания услуг. Забери. Забери меня отсюда. Мне надо в эзотерику Мисти. Рядом с Виком. Как пожелаете. Транспорт в пути. Ожидайте через 20 минут. Что ты делаешь? Эй! Личный порт поврежден. Пожалуйста, вставьте штекер чуть ниже уха, но не слишком глубоко. Между лимфоузлами под мышцей должны быть дополнительные нейропорты. Если я поврежу вену, он умрет. Как и в случае, если вы ему не поможете. Кажется, я нашел порты.
Подключите его. Так, переносим его. Я не могу. Мне надо отдохнуть. Это твоя кровь? Мисти! Кто-то вляпался в историю. Давление падает. По самые помидоры. Это нейрогенный шок. Он умирает. Придется пилить затылочную кость. Другого пути нет. Есть риск, что... Я знаю, что делаю. Против всех новых Соединенных Штатов и Милитеха. Скажите, что такое убийство? Как он там? Ну, восстанавливается дольше, чем ты, но жить будет. Да. Ви, ты меня слышишь? А, как больно. Как себя чувствуешь? Не знаю, Вик. В ушах звенит, и всякая хрень мерещится. Так, а у тебя что, галлюцинации? Ну-ка, давай, пиши. Свет бьет прямо в глаза. Очень шумно. Я стою на сцене и почти задыхаюсь. Меня разрывает от ненависти. Я ору что-то злобное в микрофон. И понимаю, что это не помогает. Ненависть не уходит. А потом... Только не смейся. Я подкладываю бомбу под Росака Тауэр. Было бы над чем смеяться. Они убили меня, Вик. Мне было так страшно. Все было по-настоящему. Не как во сне. Ви, это были не сны. Это были воспоминания. На твоей щепке конструкт личности. Ты видел его прошлое. То есть я вижу воспоминания другого человека? Как так получилось? Не знаю, как это произошло, но теперь вы двое связаны. Двое? Я и кто, Вик? Кто второй? Джонни Сильверхенд, террорист. В моей молодости все в городе его знали. Я бы сейчас поговорил о более важных вещах. Говори. Биочип — это... Это как бомба замедленного действия. В общем, тебе осталось недолго. Максимум пара недель. Конструкт Сильверхенда переписывает твое сознание. Он будет работать, пока не получит контроль над твоим телом, и тогда ты просто исчезнешь. Ви, это важно. Ты меня слушаешь? Ты же меня починишь, правда? Ви? Да я бы рад, Ви, честное слово.
Но это... это выше моих сил. Ты же лучший из лучших. Почему ты отказываешься мне помочь? Тебе длинное объяснение или короткое? Рассказывай все от начала до конца. Хорошо. На чипе записан конструкт. Это Джонни Сильверхенд. Ты вставил его в височный разъем. Ничего не произошло, да? А потом тебя убили. Да. Ебучий Декстер Дешон. Как я вообще оклемался после этого? Маленький калибр. Тебе повезло. Мистер Дешон сделал в тот вечер много ошибок. Наниты с чипа сразу начали тебя чинить, заполнили твой мозг и выгнали тебя на свет в конце тоннеля. Те, кого убили, не могут встать и разговаривать, как ни в чем не бывало. Ну, это да. Разговаривают только те, у кого есть корпоративный чип, который призван их воскресить. А как же я? Моя душа? Я вернулся с того света и ради чего? Чтобы меня взяли и стерли? Чего ты меня-то спрашиваешь? Спроси у инженера Фарасаки. Я знаю только, что разум тебя покинет, и это будет жестко. По мнению биочипа, клетки твоего мозга — это опухоль, с которой надо бороться, понимаешь? А твое тело — пустое хранилище для конструкта. То есть этот ебучий террорист хочет меня стереть и забрать у меня тело? Да ничего он сам по себе не хочет, понимаешь? Это автоматический процесс. Его нельзя остановить. Вик, ты же всегда мне помогал. Если не можешь меня спасти, хоть посоветуй, что делать. Пожалуйста. Вик. Если б я знал, малыш. Мисти. Ты слишком много хочешь от такого дедули, как Вик. Пойдем, я отвезу тебя домой. Потом он умер. И я подумал, что тоже сейчас умру. Там, во сне. Сон — это маленькая прелюдия смерти. Может, я и не просыпался? Я же мог просто там сдохнуть. Не думай об этом, Ви. Расслабься. Смотри. Это твои таблетки. Омега-блокаторы. Принимая регулярно, они замедлят действие твоего чипа. Эти таблетки заставят молчать гостя в твоей голове. Псевдоэндотрезин от меня. У него обратный эффект. Он ускорит процесс. Освободит демона, так сказать. Мне нужно лечь. Ах, да. Последний подарок. Она была у тебя в черепе. Возьми на удачу. Обещай мне, что поспишь. Ты очень хорошая, Мисти. Спасибо. Отдыхай, Ви. Сладких тебе снов.
я выберусь отсюда, ты понял? Я убью любого, кто встанет у меня на пути. И тебя тоже. Мне надо покурить. Где у тебя курево? Я не курю. Так пойди и купи. Мне всего одна нужна, последняя. Да что это вообще за херня? Не понял. Ты, блядь, кем себе возомнил? Отвали ты от меня! На кого ты работаешь? Говори! Чё? Чё? Ёбаный чип. Я его своими руками выдеру. Нет, стой! Вали из моей головы. Нет! Лучше вставь себе ствол в рот и застрелись. Я чувствую, как наши сознания соприкасаются. Я словно гниль, которая пожирает тебя. И я не могу это остановить. Слышишь? Как бы я хотел сейчас проблеваться. Это только копия энграммы. А есть и другие. Должны быть. Ебать. Ну, короче, все, заканчиваем на этом. На сегодня. Продолжим в другой раз. Ну что, увидимся на следующем стриме. Пока, удачи, до свидания. Аревуар, чао.